Ученики 4-й школы вместе с родителями-учителями помогли приюту бездомных животных «Доброе сердце» и собрали подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей. Я считаю, нужно закладывать в душах детских добро. Я думаю, что посеешь, то и пожнешь, поэтому твори добро. Мы его, в общем-то, творим, делаем и хотим, чтобы потом все это добро возвращалось. На самом деле, кому-то эти подарки поднимут новогоднее настроение. Не все у нас люди одинаково обеспеченные, поэтому я думаю, что это очень хорошая, позитивная такая акция, и дети с удовольствием каждый год это делают, собирают подарки. В течение уже 8 лет мы получаем вот эти подарки, и хотим сказать огромнейшее спасибо родителям, то, что вот они внушают детям такие вот, чтобы творили они добро, учителям, которые тоже их обучают, так, и организатору, наверное, скорее всего, Тамаре Юрьевне Поляковой, потому что ежегодно вот такие вот подарки мы их получаем. Спасибо им всем огромное. В этом году общественной организации «Возможности без границ» передали 35 подарков.